she like Shorty say she like me. Shorty say she like in the R&B da on you for sure. Окей, расскажите, когда у вас все началось? В каком году? В каком году? Ну, я не могу точно сказать, когда это началось. Ну, в 8-м году где-то. В 8-м? А, ну да, началось где-то в 8-м. Я думаю, это все в клубе началось. Мы вот так вот танцевали. А потом подтянулись остальные, что-то добавили. И получилось то, что есть сейчас. Круто. Расскажите теперь про вашу команду, когда вы появились, кто основатель. Вот этот чувак все заботил, расскажи, как что было, бро. Ну, мы были в старшей школе в LA, у нас еще не было названия. Но вот этот чувак в красном, он появился в школе, друзья какие-то были. А вот этот чувак появился вообще позже. А вот с ним вообще в школу ходили с самого начала. Ну вот тот и придумал название Rangers. Ну типа как Power Rangers. Но из-за копирайтов мы оставили только Rangers. Нас было больше, человек 15 в самом начале. Нет, 20 точно. Ну вот в итоге нас четверо осталось. А, насколько я знаю, вы сначала начали танцевать, а потом уже стали и песни записывать. Да, 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 так все и было. Так и что у вас есть, микстейп, альбомы или что? О, да, мы выпускаем уже второй альбом. Второй, да, и бля. Но сначала нужно заценить Jerking is a Habit Volume 1, наш первый альбом. И у нас, в общем, песен много делаем, записываем. У нас около 80 песен. 80 песен? Да, 80 песен, которые еще не были изданы, которые будут изданы на альбоме. Так что нужно ценить альбом. Хочешь услышать песни, цени альбом. 80 песен, реально, 8-0. Да, да, 80 песен. А кто пишет? Ну, каждый сам себе пишет. Вот этот поет. А я пою, вот этот рэп читает и поет. А я читаю, пою с автотюном. Есть просто для телочек. А кто биты пишет, кто продакшн занимается? Даже большой брат Kid Inc. Цените его на твиттере. Kid нижнее подчеркивание. Окей, okay, а что вы расскажете о клубе? О, мужик, этот клуб, блядь, очень крутой, очень нравится. Крутые точки, туса. А что будет у вас на шоу, что мы видим? Да мы будем петь, и вам нужно быть на шоу, что будет реально круто. Никаких секрет, вы все увидите. И приветы Маркусу, большие приветы. Альбом, да, бре, по всему миру, цените. А вот этот новый Влад, смотрите, тапки у меня тоже Влад, реально свежак, реально свежак, цените тапки, крутые тапки. И мы вообще, смотрите, что делаем. Эти тапки, ты знаешь, что это там Влад, и мы вот даже штанишки тут разрезаем, смотри, смотри, разрезаем штанишки, чтобы кеда вообще комфортно было в них, вообще крутые тапки. Да.